Здравствуйте, зрители моего канала, вновь я с вами, вновь я здесь. Вот подготовил я компьютер этот вот свой, тут пыль надо прочистить, вот открыл, вот такой-то тюнер тут, все видно, бихолдер. Так, подключаю я, вот он, его тут настройки, все у меня здесь практически подготовлено. Сейчас я покажу, буду использовать вот такой жесткий диск. Вот, ну так, вверх ногами. Сейчас на 80 гигабайт. Вот, наверное, видно. Вот такой вот жесткий диск будет установлен сюда, в этот системный блок. Здесь у меня на одном уже есть Windows система, ну, которая с ним была, с компьютером. Пока не стер еще там. Не то, что она мне очень нужна, там в ней копаться, там чья-то информация, дело не в этом. Вот, ну, просто работает, да, решил оставить. Второй здесь вот опять же эта система стоит, которую я хочу сейчас устанавливать, показать. Вот это Lubuntu, на основе Ubuntu. Вот, и сейчас этот жесткий диск сюда установлю. И уже продолжим, я буду показывать, вот кабель подключил с видео и подключен на вход вот этой карты. Вот. С видео, а микрофон у меня идет, вот, звук просто идет подключен вот на микрофон, и я буду озвучивать все свои действия, покажу, как подготавливается диск при помощи Live CD какого-нибудь типа Papyrus, или даже пусть возьмем этот же самый Lubuntu, загрузим с помощью программы Gparted, некоторые называют ее Gepard. Итак, пауза, приступим. Так, продолжается наш цикл об установке операционной системы Linux на старенький ПК. Вот видите заставку, Экцимер, сайт, Pentium 4. Ну, сейчас я нажал клавишу паузы, брейк, ну, перезагрузка. Сейчас я покажу вам здесь BIOS. Вот, нажимаем клавишу Delete, здесь AMI BIOS, American Megatrends Incorporated. Вот такой BIOS. Информация о системе, вот процессор видно, Pentium 4. Системная память 512 мегабайт. Ну, в общем, понятно. Раздел Boot, я вам покажу сейчас, как разделить жесткий диск для установки операционной системы Windows и Linux рядом с Windows. Вот, для начинающих пользователей очень интересная, думаю, информация. Хотя видео в YouTube хватает, но, думаю, тоже показать. Windows я установлю, пока его здесь нет, жесткий диск еще у меня не подготовлен полностью. Вот. И я покажу вам сейчас, как подготовить для полной установки. Ну, для тех, у кого есть уже Windows, стоит, можно от диска D часть отделить или еще каким-то способом установить Linux на флешку. Там, ну, будет медленно работать. Вернее, загрузка работать будет, наверное, более-менее. Вот сейчас нажимаем первое у нас устройство. Вот NEC. Можно выбирать вот мой CD-DVD, второй жесткий диск, вот 80 гигабайт. Итак, жмем клавишу F10, сохраняем. Диск у меня уже в дисководе. Вот сейчас произойдет загрузка системы Linux. Lubuntu будем использовать с длительной поддержкой, последний дистрибутив, версия 16.04. Сейчас я вам все покажу. Вот происходит начальная загрузка, выбираем здесь, так, язык, неудобно, две клавиатуры, ну ничего, язык русский, вот, и тут еще определенные есть настройки, вот, F2, F3 клавиатура, так, русская, так, Escape, F4 вот режим, посмотрим, F5 вот специальные возможности,
Ну, F6, вот тут еще параметр есть. Кому интересно, далее узнаете, посмотрите, почитаете. Я сам не все еще знаю, но... В общем, покажу все. Вот, запустил. Я нажал клавишу Enter. Запустить Ubuntu без установки. Вот, ждем. Первоначальные загрузки. Сейчас я покажу, где производится настройка конфигурации сети. Если у вас интернет раздается автоматически адрес DHCP, то, конечно же, другое дело. Сразу вы получите рабочую сеть. Ну, если у вас определенный какой-то адрес, то покажу, где его вводить. Вот что-то у нас с видео, да, при загрузке некорректно работает. Моя эта карточка NVIDIA. Ну, я думаю, все будет в порядке. Записываю через S-Video выход карточки, на S-Video вход TV-тюнера. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Должно все загрузиться у нас. Проведу сейчас определенные манипуляции, настрою, чтобы программы выводились только на вывод, вот этот, на выход на S-Video. Если использовать еще VGA, вот монитор, то будет только рабочий стол выводиться на запись мне сюда, а программы запущенные не будут. Поэтому я VGA просто отключу сейчас в настройках карты, и дальше будем работать уже через S-Video выход. Начальная загрузка. Происходит достаточно медленно, недостаточно быстро, но тем не менее. Старый компьютер, плюс еще дисковод работает с диском. Вот появилась мышь. Видно. Осталось не так много времени подождать. Итак, у нас запустился вот рабочий стол. Windows подобный, вот LXDE такой. Вот здесь кнопки установить, Ubuntu 16.04 LTS с длительной поддержкой. Ну вот, смотрим здесь. Вот экранчики, так же как Windows подобный сеть. Вот. Нажимаем Edit Connections. Кому интересно, вот выбираем Grid Connections, вот Edit редактировать здесь, и вот у меня адрес получает, вот, и здесь адрес устройства, вот, вот он, и IPv4 settings, вот, автоматически, а вы введете вот так, у кого адрес постоянный, вот, мануал, здесь вот добавить, и добавляете адрес компьютера, так вот. Netmask, как обычно, адрес здесь 192.168.0. Допустим, там 2 и так далее, хоть 55. Netmask 3 по 255 с точками .0. Gateway, вот, Gateway 192.168.0.1. И DNS то же самое. Вот, ну, я... жму отмену, потому что у меня автоматически все закрыть. Вот сейчас я вам покажу, что здесь входит вот в Live CD, в этот аудио-видео, вот программы, миксер для прослушивания музыки, для просмотра видео, для веб-камеры. Вот, ну и вот это запись CD-DVD. Так, графика здесь, вот документ Viewer, MT-Paint. Для сканирования утилита, интернет, вот торрент клиент, это что, e-mail клиент, торрент клиент, Mozilla, Firefox, ну и Pidgin клиент обмена мгновенными сообщениями по типу ICQ, Jabber, также Mail можно добавить сюда, только без мультиков такой плагин, не будет мультфильмов, но это не столь важно, главное, можно переписываться. К сожалению, нет одноклассников, но основные все есть. Twitter, так скажем, Facebook, ВКонтакте. Так, вот Office, AbiWord, LibreOffice можно потом установить сюда. Более такой продвинутый.
Так, стандартные вот программы видно. Можно посмотреть. В дальнейшем после установки все будет на русском языке. Вот. Все я вам показываю. Так, вот системные программы здесь. Работает не так быстро, диск раскручивается. Вот, ну, кому надо, диск скачаете, посмотрите. Параметр вот здесь есть. Ну, выполнить это окошко. Аналог Windows для выполнения команд, но они здесь свои, специфические. Так, жмем параметры. Настройки дисплея. Вот здесь в настройках мне нужно вот, вот это VGA в игра просто отключить. Просто я жму выключить, применить. Окей. Сохранить, да. Все, окей. Вот теперь, я думаю, программа будет выводиться корректно, все будет нормально. Я смогу вам показать, как подготовить жесткий диск к установке операционной системы Windows и рядом с ней уже Linux. Ну, я бы порекомендовал, кто попользуется, потом Windows совершенно удалить, если компьютер старый и жесткий диск небольшого объема, и установить один Linux и пользоваться, наслаждаться. Можно также установить два жестких диска, я у себя так делал. То есть подключается к шлейфу первый диск мастер, второй слейф и молекс, вот эти питания, от них идут контакты на тумблер обычный, такой старый советский, шестиполюсной, установленный сзади, переключаются, подключаются к питанию, коммутируются, и при выключенном системном блоке можно жесткие диски переключать. При включенном делать, конечно же, этого не надо. Устанавливаются сзади, чтобы никто случайно так не щелкал, и можно будет просто перезагружаться, уже будет загружена другая операционная система с другого жесткого диска. Ну, диски можно найти сравнительно недорого, сейчас такие старые. Вот я выбрал Western Digital, такой диск, 80 гигабайт. Ну, я думаю, для двух систем вполне хватит. Конечно же, для продвинутого пользователя, кто пользуется множеством разных программ, этого мало. Но, тем не менее, базовые вот эти программы будут, установка. Ну, на Windows я уделять внимание много не хочу. Установка будет, я быстро все ускорю. Вот, и потом займемся уже установкой, собственно, системы Linux. Плеер для просмотра YouTube покажу, как установить. Плеер для просмотра ТВ. Ну и для тех, кто посещает, бывает, виртуальную шарманку установим. Вот, и сможете таким образом эту систему изучать и пользоваться. Итак, пауза. Итак, продолжение нашего видео об установке операционной системы Linux рядом с Windows. Вот, LXDE рабочее окружение. Система Ubuntu 16.04. Вот, заходим. Здесь вот у нас системные. И вот Gpart от программы Create. Понятно, для работы с жесткими дисками программа. Можно расширить во весь экран. Сейчас он устройство определяет. Так, ну и вот мы видим, здесь у нас, как всегда, стандартно, как у всех, вот диск C, диск D, NTFS. Вот, ну, мы их удаляем, вот Delete. Диск у нас совершенно чистый, пустой. Ну и жмем вот новый раздел. Ну, думаю, для Windows уж здесь как бы 15 гигабайт, думаю, хватит. Выбираем NTFS систему файловую. Добавить. Далее для диска D, ну, думаю, сильно много не надо. Главное понять принцип. Ну, пусть вот десять гигабайт с небольшим NTFS система. Вот, ну и жмем добавить.
Итак, мы видим, что у нас создалось два раздела. C, около 15 гигабайт, D, 10 гигабайт с небольшим. Ну и здесь вот создаем новый раздел, но создаем не primary partition, а extended, расширенный. Вот, жмем применить. Все, у нас есть расширенный раздел. Это нужно для того, чтобы создать более 4 разделов, так как обычный раздел на жестком диске позволяет создать только 4 раздела, расширенный позволяет создать больше. Жмем новый, здесь вот выбираем, нам будет вполне достаточно, также, я думаю, 15 гигабайт вполне хватит. Метку можно не выставлять, можно и выставить, в принципе. Слэш просто для загрузки системы. Так. Вот. Главное, чтобы была файловая система XT4, ну и размер, в принципе, 15 гигабайт вполне хватит. Следующим разделом нам необходимо сделать раздел подкачки. Ну, желательно вдвое больше оперативной памяти. Это нужно лишь для того, чтобы при переходе, скажем так, в спящий режим, ну, оперативная память еще там умещалась и в памяти оставалась, в копии умещалась, там как это происходит. Ну, рекомендует вдвое больше памяти размер брать. У нас 512, ну, возьмем 1024. Можно и побольше размер. Вот файловую систему здесь выбираем уже не XT4, а Linux Swap. Вот, ну, метка не нужна, я думаю, все, добавить. Вот у нас раздел подкачки. А последний раздел создаем слэш home, вот такой. Это домашний раздел. И вот мы подготовили наш жесткий диск для установки системы. Осталось только применить. Вот он у нас, жесткий диск, будет раздел C, так, D, и для Linux слэш swap и home, слэш home. Вот здесь устройство маркируется по-другому, нежели в Windows. Если будете еще подключать флешки или какие-то другие еще диски, может, внешний, выбирайте здесь. Маркируется так: слэш device, слэш SDA, потом будет SDA1, ну, флешки там есть, так, дисководы, SDB, SDC и так далее. Вот, маркируются они здесь так. Ну и жмем вот Edit. Вот, и применить все операции. Вот Apply All Operations. Вот OK. Да, применить. Вот, диск с Windows я уже нашел, принес. Сейчас я перезагружусь. Воткну туда, в дисковод положу диск. Вот, установлю Windows, бегло вам потом покажу, перемотаю. Вот, будет установлен, не буду ставить никакие драйвера, ничего мне не нужно. Единственная цель для вас — показать, как это все устанавливается. Ну, я тоже пользуюсь Windows некоторыми программами, сразу скажу, какими. Очень интересная программа для фото, старая такая уже, и этой фирмы нету, Juliet System. Ну, я пользуюсь Photo Impact программой часто, очень она мне нравится. Все, операции применены, сейчас он вот пересканирует все устройства. Вот. Ну, еще кое-какими программами пользуюсь. Видеомонтаж я делаю здесь на Linux. Базовые все функции доступны. Очень неплохо работает. Ну, всякое бывает. Бывает и вылетает. В общем, используя программу или KDE InLife, или OpenShot. Ну, мы подготовили жесткий диск. Все нормально. Вот, и сейчас жмем вот завершить сеанс, либо вот здесь есть кнопка, не столь важно. Вот, и сейчас вот жму я, например, выключить. Можно и перезагрузить. Я выключу, сейчас возьму диск с Windows, положу его в дисковод, быстренько установлю, и, собственно, дальше у нас пойдет в следующей серии, я так думаю, уже установка, собственно, Linux. Ну, в общем-то, не стал я сильно заморачиваться. Обычный такой, чуть ли 92008 года, по-моему. Зверь сиди такой, не очень-то он его хвалит. А почему спутниковый ТВ там что-то?
некорректно наработал с этими с тюнерами, с картами. Ну вот, установка Microsoft Windows, пусть в автоматическом режиме. Вот сейчас мы подождем, как эта установка у нас пройдет. Вот, и я эту серию вам смонтирую, выложу. Вот, а в следующей серии будет уже установка, собственно, Linux рядом с Windows. Вот, после установки будет еще, наверное, серия настройка. Иногда я буду в этот плейлист выкладывать видео по Linux. Хотя их тут, в принципе, очень много. Наберите хороший канал Алексей Романов. Ну и там еще много разных найдете. Просто наберите Linux. Посмотрите, почитайте. Система очень надежная, хорошая. Вот, не требовательная к ресурсам. Повторю, что на этом Pentium 4 будет работать телевидение. Даже с карточкой TNT 2 NVIDIA. Вот моя старая Riva. Вот это 32 мегабайта памяти. Вот, сейчас 64 стоит, вот карточка. Вот. NVIDIA тоже. Все, вполне неплохо работает. Ну и просмотр YouTube через плеер Mini Tube. Он есть как для Windows, так и для Linux. Но, к сожалению, на Windows он платный. Для Linux сделали бесплатный. Покажу, как его правильно установить. Вот как установить паром TV плеер. Вот такой найдете, я думаю, несложно найти. Вот. Ну а тем не менее. Сейчас происходит установка Windows, пусть установится, и мы эту серию закончим. Далее будет смотреть уже про установку Linux. И на практике все это увидите, сможете сами установить и пользоваться. Вот такая вот информация. Ну вот, начальный этап загрузки прошел успешно. Выбрали мы загрузку с DVD-дисковода в BIOS. Загрузился у нас диск с Windows, первоначальный этап загрузки. Ну и для тех, кто в танке, вот, мы видим C, D, F, G, H, ну, неизвестный раздел. Это уже будет последний 3 для Linux. Вот они, NTFS. Ну и выбираем раздел C, он выбран у нас. Оставить текущую файловую систему без изменений. И вот, собственно, копирование файлов. Сейчас он проверит все. И установка. Покажу в ускоренном уже виде. Как и обещал. Вот они, создание списка. Ну, все здесь стандартное. Кто устанавливал, знает. Не имеет смысла даже на этом останавливаться. Ничего здесь сложного нету. Устанавливаете Windows. Собственно, перезагружаетесь, устанавливаете драйверы для устройства, если таковые в поставку Windows не входят. Бывают специфические разные устройства. Ну, а часто очень, что большинство есть звук и видео, кое-какой стандартный драйвер входит. Для таких вот карточек, как у меня обычно, есть там все. Ну, тем не менее, сетевые карты, остальное все требует от подстроить наладки. Наладки все это время занимает. Ну и также установка программ. Вот, а Linux, там большинство уже программ установлено, необходимых. И остальные программы установить несложно. Нет вирусов особо, так не опасно. Вот, ну и, собственно, установка более удобная из-за репозиториев. Я набиваю сразу, допустим, 10 там 30 программ, какие мне нужны за один раз. Нажимаю установить, они устанавливаются, и я потом пользуюсь. Список этот, вот мой, я думаю, так выложить, джентльменский, каким я пользуюсь. Видеомонтаж, так сказать, для веб-камеры программы, там еще кое-что. Все будет в этом списке. Я покажу вам, что я там устанавливаю. Ну, все увидите. Вот. Итак, ускорим видео и потом пойдет, собственно, установка Linux.
Итак, мы видим, наша система полностью установилась. Давайте посмотрим, что же мы имеем. Мой компьютер. Свойства. Ну, понятно, зверь CD. CPU Pentium 4, так, 2,4 ГГц, 512 МБ ОЗУ. Неважно. Посмотрим устройство, оборудование, диспетчер устройства, что здесь есть у нас. Ну, вот какой-то вижу. Аудиоконтроллер, да? Да вот даже мультимедиа-аудиоконтроллер не настроился полностью. Ну, понятно. В общем, нужны заводские драйвера. Ну, понятно. Остальное вроде все бы, как сказать, есть. А ну-ка, видео. Другие устройства, да. Видео, да. Ну, в общем, понятно. Давайте посмотрим. Свойства экрана, так, параметры, так, 1024, так, дополнительно, он видит, все, он видит тут нормально, так, ну, понятно, монитор, 60 Гц, да, даже 200 Гц держит, интересно, ну, обычно, если 85, будет он. Да, вроде держит, окей. 85. Так, мы видим, система установилась. Сколько она живет в простую. Давайте посмотрим диспетчер задач. Быстродействие процессора немного. Памяти тоже немного. Вот сколько. Трудно разглядеть, но 100 с чем-то мегабайт, да. Ну, понятно. Процессов не так уж много тут. 17, ну, по крайней мере, так. Ну, по крайней мере, работает, но уже система устаревшая. На таком компьютере, если поставить семерку с 512 мегабайтами памяти, конечно, будет тормозить дико. Ну, тем не менее, итак, я прощаюсь с вами. В следующем видео будет установка, собственно, уже Linux рядом с Windows. Выключаем компьютер. Вот, я это видео сохраню, скопирую. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь.